Всем привет, мы на канале Popcorn Машины. Так, ребят, играем в Hill Climb Racing 2, и сегодня будет у нас такой гайдик. Может поздновато, но все равно, ребята, как бы у нас сейчас остается 3 дня до конца ивентика, события командного соревнования. Поэтому кому-то будет все-таки полезно, кто не знает все еще, как проехать. И по этому поводу будет у нас гайдик небольшой. Короче, смотрите, события из 5 заездов. Все заезды у нас гонка на время, и все эти трассы у нас есть в режиме кубки. Сейчас я вам покажу, что можно с ними сделать, и название этих кубков тоже продиктую. Ну и, соответственно, как можно будет тестировать эти самые кубки, на каких тачках. Так, ребят, смотрите, тут полный список, то есть все тачки у нас тут есть, да? Любую тачку берем на любой трассе и гоняем. И теперь первая трасса у нас... Переходим в режим кубки. Попытка на время. Первая трасса, знаете, как называется? Это у нас кубок застойный. Потерянные леса. Так, кубок застойный, застойный. Так, где его найти это сейчас? Кубок застойный. Кубок застойный, вот он, ребята. Потерянные леса. Что дальше мы с вами делаем? Жмакаем на этот первое, второе, третье место на пьедестал. Заходим, жмакаем лучшие. И смотрим. Лучший первый заезд, самый топовый заезд, самый быстрый. Это у нас на суперкаре. 9,8. Смотрим повтор. Видим, что на суперкаре у нас стоят детали. Стартовый ускоритель, крылышки и усиленная турбо. И чувак вот таким вот способом просто пролетает эту трассу почти за 10 секунд. Очень быстро, да? Ну что, давайте попробуем повторить. Давайте попробуем повторить, тоже возьмем. Так, потерянные леса тоже берем с вами суперкар. И... Какие там детали стояли у нас? Крылышки, стартовый и усиленный турбо, да? Вот я только не знаю, что насчет воздушного вот, прокачки. Так, чихнуть надо. Ой. Ой, ребят, спасибо. Частенько начинаю снимать видосик. Почему-то пробивает на чих. Наверное, начинаешь болтать много. И, соответственно, чихать начинаю. Так, ребят, пробуем, да? Я, соответственно, я уже как бы пару заездов провел. У меня также идеально, как у этого чувачка, не получается. Вообще никак. За 10 секунд я не могу проехать этот раз, так, повтор. Но вы можете экспериментировать. Не обязательно повторять так же, как этот чувак сделал, ребята. Не обязательно. Потому что вы наверняка новички. И там, блин, возможно, даже этот топовый заезд был когда-то сделан месяца 3 назад. А уже с этого времени вышло несколько обновлений. Соответственно, может быть, подкорректировали детали, тачку. И, соответственно, особо на это не смотрим. Вы просто можете экспериментировать. Так, суперкарчик, понятно. Давайте сейчас... Ладно, давайте разочек хотя бы доедем. Блин. Разочек хотя бы доедем и... Попробуем взять что-то другое. Не обязательно суперкар брать. Потому что, я же говорил уже, из-за чего... Потому что, ну, возможно, детали у них... Настройки, короче, может, разработчики, может, поменяли уже в обновлениях. Так, ладно, 13,2. Рекорд у меня здесь 12,4. То есть, 10 секундами даже не пахнет. Хотя детали у меня все прокачаны, но все равно сколько заездов я там пробовал, но не приблизился к 10 секундам. Так, ну и 12, в принципе, 12,5, это тоже неплохо. Так, потерянные леса и... Допустим, ну, вы новичок, да, и у вас тачка особо нет. То есть выбираете вот здесь транспорт, допустим, вы новичок, и смотрите, кто на хилл-клаймбере, насколько удачно, лучше за 15 секунд на хилл-клаймбере кто-то проехал. Жмакайте, блин, а что, это нельзя повтор включить, кстати, на хилл-клаймбер. Почему? На скутер? На скутер тоже у нас не показывает повторов. Блин, блин, блин. Это что, получается, здесь мы не можем свои повторы посмотреть. Но. Так,
весь транспорт берем, а вот уже весь транспорт у нас тут как бы так все время 12.3. А, это мое. Вы, в принципе, можете попробовать, допустим, вот, если у вас прокачка на какой-то тачке не очень, а вас лихач устраивать, можете посмотреть вот этот заезд. Ну, я просто привожу пример. Так, у него стоят магнит, зацеп и стартовый ускоритель был. Ну, то есть, деталей, судя по всему, у него нет, но и за счет того, что, в принципе, неплохо проехал, показал достойный результат. 12.3. 12.4, ничего себе. Вы посмотрите, кто же неплохо проехал, да? Детали, конечно, так себе стоят, но результат, в принципе, достойный на лихаче. Так, понятно. Давайте, чтобы у нас видео не затягивалось, сейчас по-быстрому по остальным трассам тоже пробежимся. Основную суть я вам, в принципе, показал, как можно это сделать, да, подобрать тачку, посмотреть повторы, как чувачки это делают, топовые. Но за топы повторять, конечно, особо смысла нет, потому что вряд ли у вас получится это сделать. Но если получится, это хорошо, но очень сложно. Так, ребят, следующий, короче, заезд под номером 2. Это кубок езды по ухабам. Так, кубок езды по ухабам, ухабистая дорога. Так. Кубок, вот он. Ухабистая дорога, вот он, под номером 2. Допустим, вы проехали на той трассе на суперкаре, да? На суперкаре. То есть суперкар у нас уже отпадает, соответственно. На эту трассу мы уже можем использовать супербайк. Потому что суперкар использовали уже, и он теперь недоступен нам. Давайте посмотрим, что тут там стоит. Форсажик, стартовый ускоритель и усиленный турбо у чувачка стоит. Смотрим на его заезд, как он едет. И пытаемся повторить за ним. 7.8 у него на время. Так, хорошо, теперь мы тоже с вами берем ухабистую дорогу. Детали какие у него. Форсаж стартовый. Или что там у него было? Подождите-ка, что-то я забыл. Так, забыл. Что там? Форсаж стартовый и усиленный турбо. Угу. Форсаж стартовый и усиленный турбо. Так, придется нам настроить. Так, форсаж стартовый, усиленный турбо. Окей, прижимную я уменьшил. Блин, или наоборот надо прибавить. Давайте-ка мы с вами прибавим, наверное, до конца. Все, и пробуем. То есть, ну, так себе результат, да, ребята, с топор 0. 9.8, а у него, по-моему, 7.8 был рекорд. То есть на 2 секунды мы с вами уже не догоняем. Да, 7.8, а у нас 9.8. А мой рекорд личный 8.8 на целую секундочку. Так, ну давайте еще попробуем. Давай, 9.2, уже лучше, да? То есть суть ясна. И таким же способом мы, в принципе, пробуем взять что-нибудь другое, не обязательно. Ах, Monster Truck тут даже есть, видите, 9.2 проехал. То есть можете тоже посмотреть, допустим, Monster Truck у вас есть. Стартовый ускоритель, форсаж монетный стоит, смотрим повтор. И уже пробуйте тоже по его же настроечкам проехать заездик и сделать. И уже решите, какую тачку вам куда брать, на какую у вас лучше получается. И, соответственно, запоминайте, какую тачку использовали, уже на следующую трассу вы не можете взять. Следующая трасса под номером 3, сельский кубок, выставочный комплекс. Сельский кубок, выставочный комплекс. Это у нас... Так, вот он.
это у нас первое получается, что не первое. Так, сербский кубок, выставочный комплекс, тоже смотрим. Рекорд, лучшее время. Суперкар отпадает. Вертушка. У кого есть вертушка с деталями? То есть можете пробовать вот проехать, как этот чувак, как Костя, 111. Но у меня, к сожалению, этот вертушка не прокачан. Ну как, прокачан максимально, но деталей на него у меня нету. Поэтому он мне не подходит. Но попробовать, в принципе, можно. Так, форсаж монетный и усиленный турбо, да? Выставочный комплекс, форсаж монетный и усиленный турбо. Так, а где у нас вертушка? В каком месте? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Форсаж монетный. Усиленный турбо. Нету, и монетного нету. Вот те детали, которые стоят вот в заезде у чувачка, у топового заезда, да? На вертушке. Тех деталей у меня как раз и нету, кроме форсажа. Соответственно, что мы можем взять за место него? Ну, давайте стартовый возьмем. И возьмем, наверное... Так, это апнем. Возьмем, наверное, этот... как его, топливный, скорее, попробуем. Возможно, зацепим. Возможно, зацепим топливо и немножко ускоримся. Давайте пробуем, пробуем. Хотя вертушка, повторюсь, у меня не прокачан, деталей нет на него. Поэтому я бы не стал его брать. Если, конечно, у вас есть что-то другое, то вертушку я бы не стал брать. Я вот этот заезд проезжал на формуле. Вы, в принципе, наверное, заметили уже, я проезжал на формуле. Это моя тень, там была лучшее время. Так, повтор, и беру я формулу, сейчас попробую вот с такими деталями. Эту я уже сам подобрал. Усиленный турбо монетный и, с, как его, при подборе топлива ускоритель. Ну-ка, давай. Сейчас попробуем. Вот так себе что-то пока что. Вот эту не зацепил. Блин, еще и разбился. Так, давайте еще раз. Понятно. Ну и последний раз. Последний раз. Вы уже смотрите сами. Основную суть я вам показал. Как бы, да, трасса. Название трассы тоже продиктовал. Еще не всех, там еще две трассы у нас. Сейчас я вам тоже их продиктую. Во, сейчас неплохо, в принципе, проехал. Что у нас по времени? 13.6, тоже неплохо, да? Так, следующая трасса, 4-й кубок, скалистая дорога. Так, она вроде где-то у нас внизу. Да, вот он, ребята. Взлеты и падения. Взлеты и падения. Вот эта трасса у нас под номером 4. Здесь тоже смотрим, вот... Кстати, тут раллиная тачка тоже есть, у кого есть. Ну-ка, повторчик. Наверняка детали там тоже такие тухленькие стоят. Монетный, усиленный турбо и зацеп. Ну, я вам скажу, в принципе, неплохо, да? Для раллиной тачки. 20 секунд для этой трассы, в принципе, неплохо. Но нас интересует, конечно же, самый топовый заезд. Это супердизель, который мы еще не использовали. Он в запасе есть, но забегая вперед, скажу, что вы не сможете повторить за этим чувачком. За этим чувачком, потому что настолько удачно все это нужно сделать. Ребята, это капец. Я пробовал заездов 10, наверное, сделал, и у меня не получилось идеально проехать так же, как у этого чувачка. Но мы с вами давайте попробуем повторить. Так, взлеты и падения. Вот такие же детали, да, леталочка, прыгалка и крылышки. Так, он здесь на бугорочке. Подпрыгивает, немножко подлетает. И пытаемся прям в щель. Не попали, не попали. Это хорошо, когда вы можете тестировать, да? У вас попыток очень много. А когда у вас уже дело доходит... Так, вообще разбились. Когда уже дело доходит до
До заездов реальных за билеты. У вас одна попытка всего лишь. Не забывайте это. Это хорошо, когда вы можете тестировать до бесконечности. Да что такое? Смотрите-ка. Немножко, похоже, передерживаю. Давайте сейчас попробуем не так много пшикать. Леталочку. Здесь. Здесь он подлетает. И я не долетаю. Ребята, я не долетаю, видите? То есть я не долетаю, у меня не получается. Но у нас есть еще много очень разных трасс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тачек. Поэтому давай сейчас выходим. Заходим обратно сюда, лучшие позиции. Ищем, что там после супердизеля идет. Второе место. Это спортивный автомобиль. Что за детали у него стоят? Прыгалка, леталочка и при идеальном приземлении ускоритель. О, еще себе. Вы посмотрите, что... О-хо-хо-хо-хо-хо! Вы посмотрите, что он творит. Слушайте, но... Это не намного легче. Это не намного легче. Так, леталочка, попрыгашка и ускоритель при идеальном приземлении, да? Так, под первый слотик. Леталочка, прыгалка, идеальное приземление. Так у нас уже настроено, кстати. Прижимную, вот я не знаю, прижимную убавлять, не убавлять. Давайте оставим все как есть. Смотрите, он здесь. Пытаемся тоже, как он это делает, я не знаю. Но пытаемся, как и он, пролететь вот эту горочку. У нас, соответственно, не получается. Немножко не хватает. Вот в ту низину нам надо попасть. И от нее уже плясать дальше. Но, повторюсь, это крайне сложно сделать, так как... В реальном заезде у нас всего лишь одна попытка. Ну, два билета, бог с ним. Потом вы опять уходите в откат. Поэтому очень сложно повторить за этими чувачками топовыми. Немножко, почти, ребят, почти, да? Почти я долетел. Поэтому и... Вот такой вам совет. Тренируйтесь на этих трассах. На какой тачке у вас какой-то детали нет, пробуйте другую тачку взять. Возможно, другая тачка у вас лучше прокачана. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, так себе. Так себе, господа. Ну, не знаю, что там у нас. 20 лишним. Не, на лихаче я быстрее проезжаю. По низу. Так, эта тачка нам тоже не подходит. Ну, подходит, но нужно очень долго тренироваться. И не факт, что у вас получится в реальном заезде без ошибок проехать. Так, следующее, что у нас там тачка? Лихач. Смотрим на него. 15.6 время. Стартовый прыгалка монет. Да ладно. Стартовый монетный прыгалка. Ого. Ничего себе. Стартовый прыгалка монетный. Вау, 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 вау. Так, я даже не знаю. Стартовый прыгалка монетный, да, на лихаче. Стартовый прыгалка монетный. Заместо магнита сейчас поставим стартовый. Давайте его апнем. Ну и пробуем. Пробуем, давайте попробуем. А, вот здесь надо было прыгать. Блин, в самом начале надо было прыгать. Но! Я прыгнул, но... Ребята, что-то у нас... А как? Как он это делает? Вы посмотрите, Я просто не могу повторить за ним. Нет. Вот как они это делают, ребята, а? Как? Так, короче, суть ясна. Выходим отсюда. Ну и давайте разберем последнюю трассу, которая называется Болотистый кубок под номером 5. Болотистый кубок. Болотистый кубок. Где ты есть? Застойный. Горный, зеленый,
грязные ралли, молочный кубок, вот он, и пещера для тусовки. Что там лучшее время, какое? Супербайк. Использовали уже. Использовали. Вертушка опять здесь, да откуда? Так, ребят, следующий. Давайте используем. Чоппер. Так, крылышки. Леталочка при идеальном приземлении ускорителя. Но это стандартно. В принципе, это стандартно. Но это, в принципе, да. На этой технике я, в принципе, здесь и гоняю. Так, ну и попробуем за ним. Пещера для тусовки. Такие же детали стоят, окей. Пробуем. Здесь залетаем. До какого-то определенного момента. Так, не долетели. Здесь тоже нужно, блин, нужно тренироваться, ребят. Нужно прочувствовать примерно как, куда, насколько. Иначе, видите, я просто не долетел. А можно и перелететь, вот как сейчас. Это тоже очень плохо. Поэтому нужно заходить и тренироваться. На трассы. Так, что там идеально? Блинский! Ё-моё. Так, чё, перебор опять? Блин, не то, да? Немножко не то. Ну, неудачно, конечно. До финиша все равно мы наедем. Но плоховато получилось. Ну-ка, повторим. О, найс, найс, господа. Найс. Что в итоге, какое время у нас получается? 16.1. Личный рекорд обновил даже. Видите, как получается, прикольно. Ну, короче, понятно. Ребят, записывайте, кому интересно. Название трасс. Первый кубок застойный, потерянные леса. Второй кубок езды по ухабам. Хабистой дорогой, третий сельский кубок, выставочный комплекс. Четвертый кубок скалистой дорогой, взлеты и падения. И пятый болотистый кубок, пещеры для тусовки. Вот такой, короче, гайдик был у нас от рукожопа. Не забывайте подписываться на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. И увидим с вами в следующем выпуске. А пока что, посмотри, здесь видосик появился, что-нибудь, да, посмотрите. Все. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.